лифчик с трусиками. Тот момент, когда ты начал играть в мод и сразу пошел контент! Как в старые добрые времена! Мне что, снова ее цензурить? Двича, двича цензура! Лёшенька, привет, ты что тут делаешь? За мной подглядываешь? Это моё, ты хотя бы понимаешь, на что ты смотришь в эту секунду? Это Амино! Я Амино не видел около 150 веков. Амино — такая социальная сеть, где можно его все. Например, в данной конкретной ситуации у нас тут РП. Сообщество по бесконечному лету. В чем прикол? У них тут хоррор-ивенты, всякие разные ивенты проходят. Вы здесь можете найти себе друхалейка, с которыми спросите у них, какие моды самые топовые сейчас на Белл можно поискать. Вообще они тут ролят. Они тут делают всякие обзоры модов. Тут ролят. Тут есть полноценная ролька с комнатами. И самое главное, тут есть актив. Сейчас я сижу, просто у меня 12 ночи. Естественно, актива нет. Все уже срут. Ой, то есть спят. И посмотрите на этот потрясающий актив. Слушай, я же хотел даже поучаствовать, что-то написать в чат, но я забыл свой пароль от Амино. Я пароль не могу найти, и зарегаться в аккаунт тоже хочу рпшить. В общем, ждите меня на этом серве, я обязательно приду. Ссылка в описании, в подписании. Становитесь почетными членами бесконечного лета РП и рпшите, как звери. Орликсы, би! Я знаю, вы скучали по мне, поэтому я сейчас буду жестко. Орликсы, би, би! Че, вялый, да, клон? Я знаю, напишите, вялый клон. Ну, одетый, вот Евген одетый сидит, сразу понятно, ну, клон. Настоящий Евген бы сейчас голый сидел, и еще даже без трусов, а этот трусак в шляпе еще и одетый. Ясно, что клон вялый. Клон. Орлы, так, то, что мы делаем теперь каждый раз, каждое видео. Сколько у вас? Ну сколько, давай, признайся, сколько у тебя? Давай, ответ в комментарии. Сколько у тебя процентов, я хотел сказать, процентов на телефоне? Сколько? У меня 6% ставлю на зарядку. В конце видео, если не забуду, скажу, напомните. Скажу, сколько у меня получилось. Давайте вы тоже ставьте телефон на зарядку и скажите, сколько у вас получилось к концу видео. Лёха, а ты вот знаешь дорогу в деревню? Лёхе не надо ничего знать, ему нужно 300 лайков на видео. Кстати, 300 лайков дает ускоренный выход следующего видео. Я ничего не обещаю, но 300 лайков могут помочь на предыдущем. Мы 30 собрались, соберем здесь 300, то я буду доволен. Нет, надо бы у Славы спросить. С Васей она дружит хорошо, а как это связано? Извиняюсь, мы тут круг сделали. Я вспомнил, что я тебе не отдал сумку, чтобы ты мог побольше взять. На, держи. Вася — это как бы тень, то есть Вася невидимый, он скастовал на себя невидимость. Водитель, давай сильнее гони. Пошли Славе найдем. Черт, я надеюсь, дальше будет кекс. Слушай, что-то поиск Славе был достаточно активным, у меня чуть не началась эпилепсия. Мы обошли весь лагерь, но ее не видно нигде. Так, Юрия зачем-то мелькнула на экране, но ушла. Мы ее что-то не найти не можем. Я и сам это вижу. Точняк, она любит купаться в озере голая. Мы подошли к озеру. И где же она? Я заметил, что я наступил на что-то мягкое. Посмотрел вниз, там лежала пионерская форма. А рядом был лифчик с трусиками. Тот момент, когда ты начал играть в мод и сразу пошел контент! Как в старые добрые времена! Потом я взглянул на Юрию, она смотрела куда-то вдаль в озеро со смущенным взглядом, потому что она заметила, что лифчик, в принципе, был настолько же велик, как и ее лифчик. Нихуя себе, Славя голая в озере купается. Придется цензуре сделать. Орлики, спасибо за комментарии. Они идут на цензуру. Всем спасибо. Все пишут комментарии еще раз. Кстати, каждый комментарий увеличивает длину писюна на 0,01 миллиметр. Только я хотел отвернуться, он Славя нас заметил и быстро вылезла. Мне что, снова ее цензурить? Двича, двича цензура. Лёшенька, привет, ты что тут делаешь? За мной подглядываешь? Ну как тебе не стыдно? Ты же голая! Что же с тобой Вася сделал? Извини-ка меня, но я и до Васи не всегда так боялась, если за мной будут подглядывать. Ясно, то есть Славя в тайне, она эксгибиционистка, нимфоманка и хочет член. Держи свою одежду, прикрой хотя бы сраку. Зачем? Может, я хочу с тобой? Стой, во-первых, тут со мной Юрий, она как бы это, она не би, она это гетеро. А во-вторых, у нас еще дела есть. Ладно, давай одежду. Какое дело? А такое, что цензуру можно убрать уже. Все, орлики, улетаем, улетаем. Цензура не нужна. Орликсы, би-би-би! Мы хотим на сегодняшнюю дискотеку века стырить из деревни самохон. Вау, круто, тут недалеко из деревни, где можно достать самохон. А где же она находится? Ну, может, вас отвезти туда? Ну, а зачем? Мы и сами справимся. Ты скажи только, где это. Во-первых, довольно сложно будет. Во-вторых, мне делать нечего. Поэтому, если меня не возьмете, то я не покажу вам ничего. Какая упертая. Ладно, фиг с тобой, иди с нами. Команда Б.
Твою мать, уже 10-й круг, ёб твою мать, водитель, ты что-нибудь можешь сделать? Что не так? Нам не из игры надо выехать, а из лагеря, так сложно. Ну, водитель, если ты прорвешься, я тебе дам коньяк 40-летней выдержки. Водитель, глаза округлились очень сильно, прям как очко негра. Ой, то есть афроамериканца, извините, YouTube не бань. Хорошо, погнали нахуй, ща прорвемся! Водитель набрал скорость 400 км. Слушай, на какой же машине он набрал? Не знаю, на ракете Илона Маска взлетает? Он на этой Tesla SpaceX Dragon 2 взлетает? Молодец, можешь, когда захочешь, а теперь курс за бухлом. Команда, Слав, я понимаю, что нас мало кто искать будет, но тебя точно-то искать будут. Не волнуйся, я так помогала ложиться. Слушай, у меня какой-то волос перед глазами. Не могу. Не волнуйся, я так помогала. Слушай, ну все, что у меня за... Что? Не волнуйся, я так помогаю вожатой, что она может закрыть глаза на то, что я куда-то пропала. Нам надо идти сюда. Кстати, тебя ведь Юрий зовут. Да, что? Слушай, ну серьезно, что-то вот что-то перед глазами есть, а что не пойму. А, нашел волосинка. Опа, все, волосинки нет, и мне, ну хорошо. Так странно, что ты по-русски балакаешь. Мик уже тоже говорит на русском. А, то есть, господи, это обычным голосом. Ну это да, Юрий, расскажешь о себе что-нибудь? У Юри было безумное выражение лица. Она расскажет, что очень любит хентай и камасутру. А что ты хочешь обо мне узнать? Ты странная немного. Ну да, я очень завязываю, не очень завязываю диалог с людьми. Из-за этого я замыкаюсь в книгах, чтобы убегать от реальности. Ты читать любишь? Да, очень люблю. Моя любимая книга — это «Портрет морковки». Такая хорошая книга, советую тебе почитать, чтобы стать такой же ебанутой, как я. Ну, ты не такая уж и ебанутая, Юри. Юри закатила рукав. Ты с таким лицом говоришь, что я хорошая, но посмотри на это. Знаешь, почему я так делаю? Почему? То есть Славе абсолютно нормально, что Юри себя режет. Нам хоть удивилась. Леш, ну допиши, что она охуела от происходящего, а то так непонятно, что творится. Потому что это единственное, что приносит мне радость, и... Алексей ударил ее по щеке. Юри, хватит, я понимаю, что ты любишь быть ебанутой, но сейчас мы всовем тебя не в литературном клубешнике, поэтому веди себя прилично. Кстати, еще будет мод про литературный клуб, ну, где-то сегодня, завтра, в 3:30, 5:30. Ладно, Леша, я тебя послушаю. Славя, ты не испугала Орлика? Нет, это не страшно, просто немного грустно. Слушайте, немного грустно — это когда рука Славе вылезает как будто четвертая из тела Юрии. Леша, что это за расположение персонажей? Кстати, еще мне не нравится, что сюжет как-то в ебеня покатился, то есть какой-то поиск бухла. Не знаю, мне больше нравится классический сюжет БЛ, когда используется персы из БЛ и с ними развивают какую-то историю, что ли, какую-то сюжетную линию. А вот когда идут вот эти безумства, как бы, ну, норм, конечно, но хочется что-то другое. Далеко нам еще? Но это уже мои вкусы, Орлы. Немного осталось. Зачем мне в напарницу дали Юрия? Команда Б. Город. Город выглядит неплохо. Кстати, интересно, откуда этот спрайт города? Он выглядит, ну, по стилистике он похож. Это из-за любви, денег и рок-н-ролла? Не путать с булками, кефиром и рок-н-ролла, которого, кстати, на канале 150 лет не было. По разным причинам, не волнуйтесь, планирую во вторник, наверное, завести по булочкам стрим. Так что во вторник, то есть завтра, ну, завтра для тех, для кого видео выйдет публично. Хотя, блин, для всех завтра, я просто думаю, что а вдруг оно выйдет по Москве в 23:00, и будете такие, ой, блин, завтра понедельник. Короче, завтра, или завтра во вторник, ладно, завтра во вторник будет стрим по булкам и кефиру. Хочу как бы вернуться к стримам привычного для нас контент. Потом на вас, Орлы. Я надеюсь, там еще мод должен выйти на... или DLC, да, DLC к Dying Light. Ну, знаете, такая древняя игра. Но мы в него попозже поиграем. Посмотрим. В общем, хочу 22-го, наверное, это среда. Хочу в среду, в общем-то, устроить стрим на Вазде. Стрим будет очень пошлый, сразу предупреждаю. Тормози! Сейчас, юху! Как тебя, Вась, мы добрались за города. Дебил, тупо, зачем было гнать по 400? Мы ведь пробили стену лагеря. Чтоб быстрее было, так веселее было. Кстати, мы ехали с Изой вчера у чувака в такси, который прям очень хорошо вел. Он, знаешь, он вел быстро, прям на грани разрешенной скорости. И ехал максимально быстро, уворачиваясь от машин, тупо как Саб-Зиро в Mortal Kombat. И это было круто. Ну, неудивительно, у чувака рейтинг Яндекса 4.97 из 5. Ну, это, конечно, мощно, а еще я всю воду допил. Не знаю, очень люблю воду. Кстати, телефон уже на 12%. Процесс пошел, 12%. Сколько у вас, как заряжается телефон?
Просто я, наконец, починил разъем, и этот разъем нормально держится, и... Знаете, даже звук стал лучше. Вот советую, если у вас колонки или микрофон, или там динамик в телефоне стали плохо, ну, там, типа, звук какой-то глухой, стрёмный, и микрофон стал стрёмный, то обязательно делайте прочистку, не относите в сервис прочистку. Мне все прочистили, знаете, звук стал шикарный. Я теперь влоги, наконец, нормально смогу снимать на телефон, потому что у меня так было часто, что во влогах был глухой звук, и я думал, в чем причина, раньше всегда все нормально снималось. Оказывается, дело в том, что у меня микрофон засорен. Просто я их не чистил, ну, получается, лет 5, с тех пор, как телефон купил. Водитель, если бы ты был немного трезвый, мы точно разбились. Ладно, гори к магазину, купим там бухла. Окей. Еще, поменяй вид машины на шестерку. Ща, Вася, а сколько у нас времени? Ну, наверное, много. Может, город 80-х посмотрим. Да что там интересного, с 30 лет ведь ничего не изменилось. Жиза, да? Не, ну, например, мой родной город в Подмосковье, он за 30 лет, ну, поменялся достаточно сильно. То есть, мне 25 сейчас. Да-да, я знаю, я пенсионер. Да, он достаточно сильно изменился. Изменился в том смысле, что... Ну, и внешне чуть-чуть поменялся. Там разметка, общий внешний вид. В плане зданий и в плане того, что в этих зданиях расположено, я бы сказал, очень сильно поменялся. То есть, я думаю, если вы бы попали в мой родной город, там, 90... Когда я там был, 95-м, и вот сейчас, когда... Я помню, какой я, 2000-й помню. Ну, то есть, 2000-й и 2020-м город выглядит, ну, по-разному. Естественно, здания стоят примерно те же, но разница как бы есть. Может, ты прав. Команда. Ну, это Подмосковье, я думаю, что да, в других местах там, конечно, перемен особо нету. Долго еще идти? Нет, вон деревня уже. Так, Славик, ты знаешь, у кого можно стырить водяру? Слушайте, это, понимаете, мне алкогольные истории, которые я так и не прошел, потому что унылая бодяга. Вот мне писали, типа, алка-история, там, чувак, который делал путь безумца, их сделал. Вот алка-истории, я бы сказал, очень вялые получились. Это реально выглядит, как, знаешь, такой чисто фан-сервис для тех, кому мод зашел. И вот мне предыдущий от... этой группы, по-моему, Yeowls, или как она там называется. В общем, мне не очень понравилось. Мне, наоборот, понравился вот оригинал. Путь безумца, еще пару модов там было. Пацанское лето. Вот это топ. Это реально вот то, что должен поиграть каждый. К сожалению, других таких модов я не знаю, но очень хочется найти. Но, Илюша, не волнуйся, про твой трэш-мод я не забыл. У нас как бы еще трэш-мод есть от достаточно хорошего разраба, малоизвестного, но хорошего, очень хорошего. Он делал про робо-кошка-девку, которая всех трахнула и убила. Мне очень понравился тот мод. Ну, на удивление. То есть я в него играл, был такой, вау, серьезно? То есть мод может быть реально таким хорошим и качественным. Как-то так. В общем, дай подумать. Есть там один дедок, он варит самогон, у него можно взять. И да, ребят, я понимаю, что мало доки выходит, мало лета, вообще навал мало. Просто я же снимал видео, да, у меня апатия, но мне тяжело снимать. Я стараюсь через себя. Понимаю, что вам как бы, наверное, рили пиху, и вы просто ждете навелы, и вам пиху, что там, ну, как я себя чувствую. Я понимаю, мне бы тоже было пихой. Но, да, я жесток к себе, я знаю. Но я стараюсь, не волнуйтесь. Вот с августа контент попрет. Вот с августа просто контент попрет. Когда я уже там, ну, не знаю, все, что я планировал, сюда делаю, контент будет течь как просто как из ведра. Хотя не хочу обещать, потому что вдруг кинотеатры откроются, тогда... Ну, я буду в кинотеатрах пропадать. Ну, не сильно пропадать, но чуть-чуть. Ясно, вот такой план. Ты с Юрием его отвлекаешь. Я проберусь в его дом, возьму сколько смогу. А ты сможешь? Ты думаешь, я обычный парень? Конечно, я сделаю это бесшумно. Мы подошли к дому деда. На позицию! Дед Иван! Я тем временем начал проникать в дом. Почему-то я сейчас думаю, что из этого хутора выйдет тот самый дед, кто из Алка Историй. Опа! Прикольный дед, а... Я не понял, почему у него кепка с надписью «Самара». Я сейчас не понял, что это за приколы над Самарой пошли. Я не понял, что за Самара ебаная? Уберите Самару. Можно их замазать как-то надпись «Самара», но не... Ну, сука, Самара, блядь. Это такой намек, что... Слушай, дед что с одной рукой, походу. Это намек какой-то старообрядец из Бразилии? Что это? Пиздец. Да кто там? О, Славя, ты что тут забыл? Постой, это Славин дед, что ли? Это Славин пожилой человек? Да в лагере скучно стало, решила прогуляться с подругой, а потом вашу деревню увидела. Может, ко мне в дом пройдете? Пожилой педофил угостит вас чаем, и ты меня с молодой подругой познакомишь, с молодой сосочкой. Не, у нас в лагере у нас еще дискотеку надо подготавливать, поэтому мы сейчас пойдем. Понятно, я, может,
ты старый, но раньше я за всей деревней бегал. Постой, ты за всей деревней. Может быть, за тобой вся деревня бегала? Просто странно, что... чувак за всей деревней бегал. Что это вообще значит, что он за всей деревней бегал? Зачем? Фух, вроде взял столько, сколько смогу. С нами разговор вроде заканчивает, а я ей подам знак. Нифига себе, подвальчик из Амнезии. PewDiePie. Ко мне подошла Юрец, чтобы помочь. Давай, помогай, открывай сумку, туда сложим. Слушай, то есть, а как Юрец оказалась в подвале незаметно для пожилого воина света из Украины? Мы сложили бутылки с самогоном и начали уходить. Надо было Велекаса сделать, и не вот этого рандомного деда, а Глэда Велекаса. Алексей, как там Вася поживает? Вы отрайно смогли убежать? Постой, откуда этот дед знает Алексея и Васю и Райна? Лёш, ты ебанулся, когда писал сюжет? Что творится? Почему все сломалось? Девки остолбенели, а Алексей стоял довольно спокойно. Вот я тоже сейчас остолбенел, потому что... Что случилось? Знаешь, Иван Иванович, я сразу понял, что тут что-то не так. На этих бутылях твой значок стоит. Стоп, ты его знаешь? Да, Иван Иванович. Раньше работал в лаборатории Васи, изучал химические элементы. А-а-а... Fucking deep. Но для Васи он был всего лишь консультант. Вообще-то большинство моих идей Вася от меня забрал. Вообще украл, правильно сказать, украл. Он их улучшил вообще-то, да? А кто придумал топливо для вашей машины? Ладно, проехали, ты что тут забыл? Ну, у меня был свой химзавод, но Раян меня обанкротил, поэтому я убежал жить в деревню неподалеку от лагеря Совьёнок. И нахуя? Во-первых, тут атмосфера самая лучшая, но и здесь меня никто не станет искать. Дам-дам-дам-дам-дам. И, кстати, ты меня такой самогон забрал, одолжил, если хочешь, могу прийти на тусу в лагерь. Ой, то есть ты можешь прийти, я-то и так там буду. Интересное предложение. Ладно, иди, Вась, хай. Славя, ты чего? Ничего, просто у него ружье в доме лежит, поэтому я и испугалась. Почему она должна испугаться его ружья? У него 54 года, у него ружье уже вялое. Хотя, слушай, если посмотреть на штанину, обратить внимание на штанину деду, у деда тут ружье как бы уже во всю штанину, как бы, понимаете, ружье вялое, но еще, конечно, может, наверное, стрельнуть. Ладно, двигаем обратно в лагерь. Команда Б. Водитель, давай неси яйки. Зачем так много? Ты шутишь, я тусу устраиваю, это наоборот мало. На тусе водки много не бывает, ее всегда все выпивают. Ладно. Не забудь заку взять, а то у нас девки пить не умеют. Эх, лучше. Блин, мы так до вечера будем. Давай помогу, через пару десятков ящиков. Последняя. На этот раз точно, а то уже третья последняя. Все, погрузили, можно уезжать. Вася, а может на Чернобыль посмотрим, пока он еще не отпустил. Чернобыль, говоришь, там мой батя бывал по делам моим. И когда? Последний раз 26 апреля 1926 года. А, понятно. Садись в машину. Стой, пока бутылку не опустишь, не садись за руль. Сейчас. Погнали обратно. Повествование от лица Васюндрия. Еще немного. Алексей запыхался от усталости. Все, не могу. Он упал на землю. Еле донес. Конечно, мы несколько километров шли. Ты чего тут разлегся? Тащи все это добро за мной. Какое? Девочки, возьмите пару ящиков и несите в мой дом. Я не понял, так нахрена мы выпивку от деду доставали, если они из города ее достали? Я понимаю, что они типа думали, а вдруг кто-то не справится, но в итоге у нас в два раза больше выпивки, чем, наверное, нужно. Вожатая, отвлеките ее просто, Вася. У меня же комната в машине есть. Может, машину перегнать в лагерь? Точно, Славе отбой, садись в машину. Водитель, перегрей машину куда-нибудь в лагерь, где не будет видно. Сейчас. Вот тут вроде не видно будет. Да, это рядом со складом, кстати. Миссия выполнена. Славе, поскольку ты помощница вожатой, бери Алехандро и Милоса и начинайте подготавливаться к мероприятию. Хорошо, Леха, пошли. Погоди, вы можете не брать свою технику, возьмите лучше мою. Вась, ты уверен? Поста, какую технику они должны взять? Не волнуйся, моя техника вся из 80-х, и музыка тоже. А ты чем займешься? Мне с пьяным водителем надо все обговорить. Оу, пьяный водитель осматривал бухло. А, это же внутренняя комната в машине. Ты говорил, что тебе ответ Алисы за с вечером. Да, ты уверен, что тебе нужна? В смысле? Ой, тут комар начинает летать. Но за все эти годы ты видел много немитянок, и многих ты тоже любил. Да, бывало такое, в которых я влюблялся очень сильно, но любовь-то прошла уже. У меня вот Алису я уже 2 года люблю. Это я понял, а Славе как? Не знаю, Славе я не люблю, я всегда думаю только про Алису Пипису, да? И ты за 2 дня еще придумал?
Нет, мне нужна только Алиса. Вроде бы нам этого хватит. Когда начало? После ужина, кстати, поможешь мне костюм подобрать? Костюм? Да, в пионерской форме как-то не очень будет. Вась, сколько тебя знает, костюм не всегда берешь. А только на что-то очень важно. У тебя в машине есть комната с одеждой? Вроде бы, смотрю. И правда, такое событие, думаю, мы эту тусовку и завтра продолжим. Вась, пошли в комнату за костюмом, я помогу набрать его себе. Хорошо. Ой, блин, ребят, так сок хочу, не могу. Все, сейчас... Повествование от лица Алексея Красного. Ставь вот это сюда. Опа, дважды... Слушай, фон ушел в бесконечную прогрузку. Леша, почини! Хорошо, сколько там еще осталось? Ты у меня спрашиваешь это? Ну блин, у кого? У меня что ли? У Евгена, вижу, подготовка отлично продвигается. Вот только куда бухло ставить будем? Нет, правильно было сказать, подготовка-то продвигается. Просто куда она продвигается? В шопу или нахуй? А может в вашей машине, например? Так мы обсуждали это. Почему мы в машину не... Я не понимаю. Да комната там огромная, конечно. Может быть так и сделаем. Трудитесь здесь. Вась, ты уже все сделал, да, я себе костюм выбирал. Алису, что ли, хочешь впечатлить? Я думаю, лучший костюм это ничего, голый. От этого слова у Славы пропала улыбка. Вася сделал вид, будто не заметил этого. Слушай, она спрайте, по-моему, все как было, так осталось. Пьяный водитель, готов быть диджеем сегодня? Конечно, я расколбашусь слайд сегодня. Ну что ж, водитель, давай приступай к плану. Какому плану? Все, одевайтесь и собирайтесь на площади. Лех, костюм я твой тебе тоже выбрал. Окей. Кстати, Вася, а я же знаю, что ты супергений. Тогда почему здесь нет твоих супертехнологий? Вася улыбнулся. Кто сказал, что нету? Все, будешь, ждите вечера. Не нравится мне это. Явились, не запылились. Славяны и Алексей, вы где были? Мы занимались подготовкой к сегодняшнему мероприятию. Правда, просто ты мне на глаза никак не попадалась. И тебе Алексей помогал. И Вася тоже. Я думала, вам это мероприятие неинтересно. Ну да ладно, у тебя, Алексей, костюм есть? Да, у меня есть все. У меня можливо все. Ладно, идите на ужин. Фух, давненько не было такой вечеринки, тем более еще и в Савенке. Надо бы воспользоваться этим по максимуму. Кстати, лизгаю, что это стрёмная. Играю со своей бладой. Ну, мне нравится, у меня некоторые волоски просто, они такой странной формы, знаешь, как закрученные, как спиралька. И ты их трогаешь, и они такие, они очень интересные на ощупь. Ты прям трогаешь их, и знаешь, это как вещи, которые можешь трогать бесконечно. Котика, например, они как котик. Ну, только странный котик. На еду я не особо обращал внимания, тем более поел я мало, так сейчас будет жесткий бухич. Ну да, если ты объешься и пытаешься побухать по-жесткому, там вообще тебя алкоголь не принимает. Кстати, да, совет, хотите побухать, не ешьте. Славя, а ты знаешь Лену у себя в домике? Я просто как-то бухал на полный желудок и на стриме. И знаете, фигня, вот вообще ничего не почувствовал, просто тупо не брало. На голодный желудок, если вот вы хотите реально опьянеть, сойти с ума, на голодный желудок очень хорошо. Совсем на голодный я бы не стал, потом будет вам будет жесть как хреново. Но на полуголодный можно, ну, то есть такое, что знаешь, поел, но не сильно и не жирно, и не мясо какое-то, точно не свиной окорок. Наверное. Но все-таки сейчас будет дискотека, переодеваться может. Хорошо, СПС, ладно, я, так сказать, это, свалю. Хорошо, жду на дискотеке с Леной, а еще я вырываю иногда волосы своей бороды, ну просто, ну, мне нравится это делать, это все-таки лучше, чем ногти грызть, например. Хорошо, жду на дискотеке с Леной, ты уж позаботься о ней, если не можешь обо мне позаботиться. Не понял, что это за бычара такой? Давай. То есть давай, это все, что ты скажешь, Леш. То есть тебе... А, ну да, тебе же Славе неинтересно. Забыл ты, Ленафак. Войдите. Привет, Ленуся. Готова к дискотеке? Ясно, Ленафак обнаружен. Да, Леш, готова. Ну пошли, значит, сейчас у нас будет первое свидание. А то, что на озере было, это не свидание. Нет, там чисто кекс. Ну, может, кстати, Вась говорил, что будет водяра. Водяра, вы что, выпить собирались? Это же очевидно и не вредно, и нельзя. Ну, как бы... Чувак... Шучу, я просто тоже буду бухать, жестко с тобой. У Лехи лицо было шокированное. А еще больше оно шокируется сейчас у вас, потому что видео коротенькое, 25 минут. Вы скажете, Евген, ты охренел 25 минут? Да, потому что следующее видео будет целый час. Я решил поэкспериментировать, просто ради эксперимента сделать часовое видео. Вообще, это видео планировалось минут 15-20, но как-то так оно растянулось на большее время. И следующее видео будет на час, просто хочу, ну, ради... Давно не делали очень длинных серий по БЛ, ради эксперимента хочу зафигачить, посмотреть, что вы думаете. Ну, как бы это, по канону исторически часовые серии по БЛ чаще всего заходили, ну,
не очень. Но, тем не менее, хочу попробовать. Напишите в комментариях, хотели бы часовые серии по БЛ, а там уже, собственно, актив решит все за нас. Орлики Би, и до следующей серии она выйдет, я не хочу ничего обещать. Вот когда я не обещаю, все выходит вовремя. Поэтому следующая серия выйдет тогда, когда вы ее не ждете. Всем пока.